выбрав для выполнения вот это задание Retrieve the key from the front desk attendant. И находится это все здесь. Здесь это здесь. Иду. I feel uneasy. Welcome to Sandy Cove's convalescent home. How may I help you? I'm checking in. My family filled out the paperwork earlier. Welcome! We'll put you in Gladys's old room. Take the back stair and it's the first door on your left. Have a nice day! Так. А квест не появился? Не появился. Хм. Ну ладно, осмотрим так, без квеста. Чё, что тут у нас имеется? Для чего меня сюда послали? Что там происходит такое? Что тут происходит? Welcome to Sandy Cove's convalescent home. How may I help you? Visiting my grandma. Oh, how nice for her. Don't forget to sign in, please. Have a nice day. Hell yeah. Ключ от сейфа. Интересно. These appear worthless. Surely we can leave that behind. It is very still, is it not? Кошка. Хм. Так, что я тут делаю? Я никак не пойму. В этом месте. Что я ищу? Где-то должен быть сейф, да? С кем они там перестреливаются? Ребята, вы что? Подожди. А почему здесь синфы? Is someone present? Nothing to report, sir. Вообще ничего не понимаю. To flee.
КТ хоть не трогайте, вы, блин, сварился. Для чего я сюда пришел? У меня есть ключ от сейфа, ключ от комнаты. Которые ведут куда? Movement detected. Curious. Combat initiated. А вот Gladys Room Key. Так. Что-то у меня там мелькнуло, надпись какая-то. Нет, ничего тут. В задании ничего не появилось. Да для чего я здесь? С кем они там бьются? Так, какие-то, может быть, записки остались. Ничего не видно. Перебить синфов, а для чего мне их перебивать? И что они вообще тут делают? Что вы вообще тут делаете? Стоп. Там журнал есть. О-о-о. Так вот, сейф. Can't pick this. Would need the key. Only opens with a key. No way to pick this. А, это вот о каких сейфах идет речь. Так, а где остальные ключи? Уху-ху-ху-ху-ху. Это про каждого написано, где лежат ключи. Да это ж я не запомню никогда. То есть в каждой комнате запрятаны ключи от сейфа, да? Да, журнал. Ну, сейвлюсь, это, по крайней мере, не зря сходил. Так, значит, компьютер мне говорит, что ключи у всех запрятаны
в одном или другом месте, ну, в общем, соответственно, в комнатах у всех. Так, хорошо, проверим тогда, вооруженные этим знанием. Кого-то за... Ну, я не могу все это запомнить, ей-богу. За моделью кораблика у кого-то. Ну вы что, ребята, я столько текста в голове не удержу. Да. Хотя здесь-то я, может, как раз уже находил ключ. У кого-то там за блюдечком, как и для кошки там. Так, здесь вообще никто не живет. Здесь я вообще ни сюда не заходил. А, вот. Ну-ка, ну да, вот еще один ключ. Так, вот я уже не помню, за корабликом. Около кошкина блюдечка, где-то еще, еще. За рамкой, может, какой-нибудь там. Надо еще спуститься, чтобы посмотреть. Так, ладно. А вот еще ключ. Вот еще ключ. Ну, в этой комнате уже не будет, видимо. Это тоже это общая комната. Так, а здесь очки. Ха. Так, здесь нет ничего. Может, за вазочкой какой-нибудь там надо еще посмотреть. Bingo. О, нашел. Нашел еще ключ. Так, ну-ка я спущусь, посмотрю. И что сюда синфы-то прибежали? Я не, вообще не понял. Так. А ничего же интересного и нет, собственно. Don't have the key. Так, это открывает. Ну что тут такое-то? Can't pick this. Опять одно. Но смысл искать эти ключи везде? Смысл в чем? Сиринч райфл. Ну, возьму, они редкие, но я не пользуюсь. Ну, ладно, будем считать, что с этим закончено. Ну, что я там? Какой смысл искать все эти ключи? Так, посмотрим, что у нас еще есть. А, принести трансмиттер, это... А, это задание этих докторишек. Ну, вот это я могу... Докторишек из этого, из института. Так, здесь, да.
сплошная путаница. В этом месте синфы против меня, в другом за. В общем, я тут... Каша какая-то из фракций непонятная. Рейдер. Ну, ты шо ж так, нехорошо. Мою обижаешь. Красавица. Так, где трупак-то твой? Так, тут парочка, нет, три красных точки надо уничтожить. Все. Ну, это слабоуровневые, у них ничего нет такого. Пара патронов, морковка там так. Ничего нет. Ладно, можно проигнорировать их. Сюда мне надо зайти. Угу. А... Вниз 27 метров. Стоп, а я здесь был же вроде, да? Только... Только... А, это такой синф предыдущего поколения. Только я тут, может быть, по заданию Railroad ходил, я уж не помню. Поэтому они остались низкоуровневые. Все, у них ничего нет, в общем. Ну, на, забирай, что тебе надо. The Institute sent me. Take this transmitter and they'll send a courser to pick you up. I look forward to returning to my duties. Все? Да, задание, прям скажем, несложное. Я не вижу, что тут еще делать. На выход. Это выход. А ты кто? Рейдер. Рекламейшн. Вернуться в институт. Полетели. Your presence here is a great gift, not just to Father, but to all of us. From what I hear, that rogue scent at Libertalia was a real menace. Glad it's back where it belongs. Так, и где она?
наверху. А, вот, 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 нет, вот. Здесь, да, нет, здесь. Стоп. За стеной. Да где же она, господи? Вот. I delivered the transmitter. Good. I'll send a courser when I can. I guess those raiders didn't know what hit them. So, what's my payment? Payment? I suppose I can offer you something. Here, we can spare a few of these from the armory. I hope that's payment enough for you. The raiders are a constant threat to our scavenging operations. Unfortunately, more synths are likely to be captured. If you want to continue helping us out, check back with me and I'll let you know if we need another rescue. Понятно, это значит... Radiant Quest тоже. Ну-ка, если я сейчас с ней поговорю. Dr. Secord. Like any machine, a synth can malfunction. Just wish it didn't happen so often. То есть это был первый из серии Radiant квестов, а эти квесты я выполнять не собираюсь, потому что это одно и то же. Ну, на этом я заканчиваю запись.